Всем привет, с вами Макс, канал Каспер. Сегодня у нас четвертая часть прохождения игры Geometry Dash, уровень Dry Out. По мере прохождения уровня я буду молчать, в конце все скажу. Приятного просмотра. Все, дорогие друзья, мы прошли уровень Dry Out. В общем-то, вот. В принципе, это было бы довольно-таки легко. Завтра будем проходить уровень Bus Автобас. Вот. Также хотел бы выразить вам огромную благодарность. У нас уже 22. Да, и на первом видео у меня уже 66 просмотров и 28 лайков. А на последнем видео у меня где-то 50 просмотров, 16 лайков и 1 дизлайк. Я вам очень благодарен, спасибо за поддержку. Буду радовать вас, стараться радовать вас качественными видео. Заговариваюсь просто сейчас. Еще утро. Нету солнышка. Да. А я человек погода. Мое настроение зависит от погоды, поэтому вот так. Да. Приходится включать настольную лампу, чтобы было видно картинку телефона. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс, канал Каспер. Ждите новых видео. Всем удачи, всем пока.